рейд сегодня проходит в городском округе Химки. Хотели бы ознакомиться с документами на реализацию крепкого алкоголя. Откуда поставляют крепкие напитки, как оформляют отчетность и все ли в порядке с разрешением на продажу. С этой целью по магазинам Химок отправились представители администрации города и депутаты. Контролеры проверили несколько магазинов на Юбилейном проспекте. Сегодня у нас вопросов нет. Дальше работу будем продолжать. Будем продолжать в том числе и в ночное время проверки. Важно проверять не только наличие лицензий и сертификатов соответствия, но и режим работы данных предприятий, которые после 11 в принципе не имеют права на территории Химок продавать крепкий алкоголь. Рейд прошел в рамках партийного проекта «Единой России. Народный контроль». По словам депутата Совета депутатов Химок Артура Каримова, регулярные проверки продуктовых и алкогольных магазинов дают результат. Благодаря рейду «Народный контроль» в нашем городе стало меньше продаваться некачественной продукции, в том числе и нарушения в сфере алкоголя, стали как бы меньше продавать несовершеннолетним. Вот. Ну, за последнее время, даже я скажу честно, нарушений выявлено не было. За последний месяц еженедельные проверки алкогольных магазинов проводят практически каждый день, говорят участники рейда. Это связано с участившимися случаями смертельных отравлений суррогатом. И если контролеры обнаружат факт незаконной продажи алкоголя, директор магазина получит штраф до 1 миллиона рублей.